Всем привет! Давайте распакуем устройство pH Balance Stones. Открываем коробку, и первым делом нас встречает мешочек со специальными камушками. Так, дальше у нас идет уже сама бутылка. Она в дополнительной упаковке. Значит, сверху у нас крышка. Здесь есть специальная силиконовая проставка, чтобы вода никуда из бутылки не убегала. Внизу у нас также откручивается. Здесь уже находится специальный картридж, в который мы будем засыпать наши камушки. У картриджа есть силиконовая крышечка. Она нужна, чтобы камушки не высыпались, ну и чтобы из бутылки снизу не вытекала вода. Так, давайте закрутим. И теперь перед первым использованием устройства я его промою, чтобы избежать возможного привкуса пластика. Просто промываю все под проточной водой. Угу. Так. Теперь промоем наши камушки. Я их оставлю сушиться отдельно, пересыплю все. Поставлю обратно в бутылку. Наберу в бутылку воду. Оставлю бутылку с водой на ночь, а лучше на сутки, чтобы и камушки успели высохнуть, и из бутылки точно ушли все лишние запахи. Итак, устройство готово к использованию. Давайте его соберем. Открываем картридж. Насыпаем туда камушки. Так, теперь закрываем крышку. Все. Ставим обратно и закручиваем бутылку. Теперь нужно налить воду. Я наливаю воду примерно до крышки. Оп, вот так. Все, закручиваем бутылку. После того, как мы залили воду, примерно через 20-25 минут вода структурируется, и ее можно будет пить.